Я прочитал 12-е письмо из государства Лат, познакомился с новым словом – тетрахорд. Что такое тетрахорд? Тетрахорд – это 4 звука, идущие друг за другом в гамме. Да. А сколько всего тетрахордов в гамме? 2. Какие? Нижний и верхний. Угу, хорошо. Вот само слово тетрахорд, оно состоит из двух маленьких слов – тетра и хорд. Что это значит? Тетра обозначает 4, хорд обозначает струна. То есть получается 4 струны. Слово «струна» мы заменяем на какое слово? Ступень. Да, и получается 4 ступени в гамме. Правильно. Сыграй, пожалуйста, ребятам гамму до мажора. Покажи, какие здесь тетрахорды. Нижний. Верхний. Верхний. Нижний. Хорошо.